Десногорские школьники готовятся к баскетбольному чемпионату 4×4, который будет проходить между общеобразовательными учреждениями города. 14 ноября наша съемочная группа побывала на отборочном этапе турнира в школе номер 4, где определяют лучшую команду школы. Сегодня у нас в школе прошло открытие чемпионата по баскетболу 4×4. Это школьный этап, где все учащиеся 7-х и 8-х классов проведут матчи в своих параллелях и определят победителя, то есть сильнейшую команду, которая и сразится в параллели 7-х и 8-х классов между собой. Игры проходили интересно и напряженно. Каждой команде хотелось выиграть и представить школу на городском чемпионате. Финал отборочного школьного этапа чемпионата по баскетболу пройдет 23 ноября.